Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. И сегодня я расскажу вам вот про такой вот девайс, который действительно может сказать, что из будущего. И я уверен, он вас удивит. Поэтому ставьте лайк под этим видеороликом, и прямо сейчас я вам все про него расскажу. Что же это такое и почему я назвал этот гаджет девайсом из будущего? Кто-то из вас, может быть, скажет, что это обыкновенный Bluetooth-наушник, но это далеко не так. Сегодня мы живем в том мире, где самая главная тенденция — это сделать все эстетичным, компактным и, конечно же, беспроводным. Всем этим критериям девайс соответствует, но у него есть и свои преимущества, и свои фишки. Первое из них, конечно же, это цена. Ссылочка на этот девайс есть в описании, перейдите, посмотрите подробненько и сами поймете, о чем я говорю. Распаковки я очень люблю, и сейчас покажу, что внутри у нас этой коробочки. Это реально микроскопический девайс, потому что он очень маленький. Давайте его распакуем и посмотрим, что у нас есть в комплектации. Когда мы откроем коробочку от компании Wayfun, девайс нас сразу же встречает. Здесь у нас в комплекте есть сам девайс вместе с зарядным устройством, который крепится к заряднику вот такими вот магнитными штучками. Мне это больше всего нравится. В самой коробке лежат еще две мембраны разных размеров под разные уши и инструкция, но это все нас не интересует. Как мы уже поняли, в комплекте идет сам наушник, который мне очень-очень нравится, и непосредственно зарядка к нему. Большинство таких решений подходит для автомобилистов. Они просто втыкают в свой прикуриватель данный наушник, и когда им необходимо, встыкают его в свое ухо и заряжают его в своем автомобиле. Автомобиля у меня нет, поэтому данный девайс для меня является преимущественным, потому что вот так вот на такой магнитной основе я его сюда вставил, потом вставляю в любой powerbank, и мой наушник заряжается. Как видите, это реально удобно, и даже несмотря на то, что у меня нет автомобиля, я могу заряжать его даже в своем кармане. По структуре своей это работает как обыкновенный Bluetooth приемник, то есть музыка, звонки, все это здесь есть. Спаривается он точно так же, как и любой обычный Bluetooth наушник, но посмотрите, в чем прикол. Я вставил его в свое ухо, и никто не подумает даже, что я с чем-то сейчас соединен. А в свою очередь, он подключен к моему айфону, я могу слушать музыку, могу принимать звонки и еще кое-что. Если на вашем смартфоне установлен Google Now или Siri, то вы легко сможете вызвать ее или его вот этим легким нажатием и с помощью голосового интерфейса сказать: «Набери Игорю». И будет совершен, скорее всего, вызов. Наш телефон начинает вызов с помощью нашего наушника, и при всем том, телефон в это время может быть в кармане, и мы можем разговаривать, общаясь, и причем слышно довольно хорошо, то есть здесь встроен микрофон, и он работает вот по какой-то такой волне, и сейчас Игорю идет дозвон. Также мы можем сбрасывать таким же образом звонки и при этом абсолютно не напрягаясь. Фишек можно придумать здесь миллион. Управление музыкой, управление звуком, всем-всем-всем угодно, что есть на вашем смартфоне. Но давайте будем откровенны, нафига он нужен нам, хакерам или школьникам? Представьте, как четко сдавать с ним экзамен. Вот я сижу за своей партой, что-то думаю, а в это время мой кореш мне говорит ответы. Подходит ко мне училка и говорит: что ты за ухо держишься? Да фиг знает, я не знаю. И в это время вы прячете свой микронаушник, который легко достается и вообще не палится. Поэкспериментировал я с этой штукой, и реально очень удобно. Я с ней гуляю, слушаю музыку, и, конечно, эффект полного погружения отсутствует, потому что левым ухом ты слышишь город и все такое, но вправо тебе играет твоя любимая музыка, и, может быть, для кого-то это более комфортно. Для меня это более безопасно, потому что я слышу машины, прохожих и все остальное, и при этом слушаю музыку. Мне такой вариант подходит. Но музыку, конечно же, слушать на нем не обязательно. Обязательно можно использовать его для всяких хакерских или школьниковских вещей. Хватает заряда этой штуковины на 2-3 дня спокойно, 2,5, если быть честным. Но в любой момент воткнули в powerbank и заряжайте сколько угодно. И цена реально оправданная. Пишите в комментариях, как бы вы использовали этот девайс из будущего и какие вообще у вас есть идеи на его счет. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов. До новых встреч, и про лайк, и про подписку не забываем!